Всем привет! Вы на канале «Чтобы поесть». Сегодня я приготовлю сырный соус, без сыра, как ни странно. Если вы никогда не пробовали, думаю, стоит попробовать. Он очень похож на сырный соус, но туда не идет сыр. Все очень просто. Есть люди, которые не едят сыр. Есть люди, которые едят сыр, но у них нет сыра. Есть люди, как мой сын, к примеру, у которого, если кто-то из новых подписчиков не знает, у меня у сына аллергия на яйцо и молоко. Поэтому какие-то продукты я заменяю другими. В данном случае нас очень выручит кешью, дрожжи пищевые, хлопьями, специи, оливковое масло, горячая вода и томатная паста. Самый главный помощник – блендер. Так, нам понадобится кешью, пищевые дрожжи хлопьями, кумин, соль и сухой чеснок, оливковое масло, горячая вода и томатная паста. Первым делом засыпаем в блендер кешью. Мы перемололи, можно чуть помельче, но оно постепенно все перемолится. Теперь сюда добавляем те дрожжи, которые добавляются для вкусовых качеств. Теперь добавляем все приправы. Это кумин, сухой чеснок и соль. Примерно 2 столовые ложки оливкового масла, горячей воды. Сюда осталось добавить только томатную пасту. Где-то вот так вот ложечку. Добавим еще соли. Томатная паста, она больше кислая, чем соленая. Немножко соли. Ну и последний раз перемешиваем. Вот соус у нас получился. Ну что, пробуем? Это вкусно. Чуть-чуть отдаленно напоминает сырный реально соус. По цвету тоже. Кешью можно было перемолоть более мелко, в пасту, в муку. Тогда более он бы... Ну, мне вот так больше зернышками нравится. Интересно получилось. Советую вам попробовать. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Всем пока!